сидел на бугорке, задумался. Вдруг вижу, что-то земля зашевелилась, стала расступаться, и из-под земли появился человек. Растерянно оглядывается. Говорит, где я? Что это? Я смотрю на него и думаю, кто это? Вы откуда? Он показывает, откуда, снизу. А что там? Там я живу. Но скажите, пожалуйста, что же это такое? Такое голубое, с такими белыми чудесными пятнышками. Такой большой, чудесный. Я говорю, это небо. Небо! Какое чудесное небо! Он повторил несколько раз. Небо! Небо! А у нас этого там нет. Потом он посмотрел перед собой и увидел куст розы. На кусту была такая шикарная большая роза. Что это? Спросил он. Я говорю, это цветок такой, роза. Роза, сказал он. И у него плелись слезы. Роза. Это роза, повторил он. Запах розы. Да-да-да. Какой же запах, какой-то волшебный, необыкновенный запах. У вас здесь сплошные чудеса, а у нас там нет этого. А это что такое? Из-за туч выглянуло солнце. Оно сияло, все лучи свои. Мама, не беги, дарила людям. Оно как бы говорило, берите, берите все от меня. Вот я, вот мои лучи. Оно своими лучами касалось всех и любило всех своими лучами. Что это? Воскликнул он со слезами на глазах. Уже ручьями стекли слезы из его глаз. Это солнце! 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 Это солнце! Какие вы счастливые, что у вас есть солнце! Я так люблю все это. А можно я поживу здесь немножко? Конечно, можно. У меня большой дом, я вам дам отдельную комнату. А вы кто? Я твой друг новый. Как хорошо, что у меня теперь есть такой друг новый, хороший. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Мы обнялись. Это была такое проникновение друг в друга и соединение со всем вокруг, и с розой, и с небом, и с солнцем. Царствует любовь, в мире царствует любовь, да царствует любовь.